Столкновениями с полицией и задержаниями сопровождались акции протеста сторонников независимости Каталонии против заседания испанского правительства в Барселоне. Протестующие перекрывали некоторые улицы каталонской столицы, зажигали фаеры и скандировали антиправительственные лозунги. Протест организовали несколько партий, в том числе «Вместе за Каталонию» Карлеса Пуйдемона. «Мирно собираться на демонстрации – это нормально. Мы реализуем наше право, право на собрание. Тысячи людей вышли на улицу в исключительных условиях, тогда, когда у нас есть заключенные и изгнанные политики». В столкновениях с полицией многие радикально настроенные манифестанты получили травмы. Первую помощь им оказывали одетые в желтые жилеты добровольцы из числа самих протестующих, организовавшие ассоциацию «Медики за республику». Некоторые протестующие начали сдвигать перегородки. Полиция предупредила, а затем атаковала манифестантов. Мы оказываем помощь людям, получившим травмы. За пределами Барселоны протестующие попытались перекрыть идущую вдоль моря трассу. Трасса была очищена в результате вмешательства полиции. В общей сложности в разных частях города были арестованы 11 человек. На улицах Барселоны очень напряженная обстановка. Несмотря на знаковую встречу Педро Санчеса с Кимом Торой и призыв к спокойствию, не удалось избежать насилия и арестов сторонников независимости. Но большинство демонстраций на улицах города прошли мирно.